Гармонія і рівновага, мінерали та мікроелементи. Все це потрібно організму кожної людини. Біола Знаменівська. Вода, що має біологічно активний склад «Аквабаланс». Відтепер у новій, досконалій формі. Біола Знаменівська. Ідеально збалансована природою. Не знаю. Тренеров нас просить, ну, наверное, не без ошибок. Но главное, на ноль сыграли, вот, победили. Это самое главное для команды. Коли дізналися, що будуть грати центральну зону? Утром тренер вызвал, вот, мы поговорили. Вот, он сказал, что так видит. Вот, ну, так что, ну, что для команды нужно было, значит, нужно. Ну, вы его обращал внимание при беседе? Ну, он обращал внимание на розыгрыш именно через меня, чтобы Чебурячка больше с Мазилу играл. Вот, я больше как бы играл передачами. Ну, вы, напевно, готовы и ворота стать, да? Тяжело сказать, конечно. Ну, я же говорю, это такое, то есть я думаю, что нужно было. Вот, если команде это пошло на пользу, значит, это хорошо. Вот, это самое главное, что мы победили. А то, что уже куда готов, то, наверное, куда тренер скажет, да, и сам. После игры во Львове было достаточно серьезное повреждение. Ничего, да, самое главное, как бы это немножко подлечились, замотались, побежали. Это важная игра, главное была, мы ее выиграли. Потому что все-таки Арсенал был на 2 очка впереди от нас, мы победили сейчас и выше поднялись, это самое главное. Вот, то есть на травмы никогда никто не смотрит, смотрит на таблицы. Ну что получилось у тебя за конфликт с игроками Арсенала? С Богдановым, зокрема. Ну, не знаю, но парню, наверное, больше нужно играть в футбол, чем разговаривать. Еще молодой парень, я думаю, что нужно обратить внимание на футбол, а не на разговоры. Что там стало взагалі? Чего все началось? Ну, все началось из-за того, что игрок Арсенала, скажем так, не по футбольным правилам, это ладно, но некорректно, футболист, не футболист, один хлеб, и он идет, наш Виталик Мандзюк идет в мяч ногой, а он ставит выше мяча ногу, это слава богу, что не было перелома. Вот, конечно, так нельзя играть. Вот, и если это трусы так играют, просто и все. А Богдан тут до чего был? Ну, подбежал выяснять отношения, он подбежал доказывать, что Флореско сыграл правильно, по правилам. Но если сейчас показать ногу у Мандзюка, я думаю, вы все поймете, по каким правилам сыграл. На четвертое место вышло, так и повернулись на эту позицию? Ну, да, повернулось, я даже не знаю, как сказать. Это, ну, наверное, что поднимаемся потихонечку, это хорошо, это правильно. Вот, наверное, это к счастью. Вот, ну, хочется, конечно, выше быть, но нужно работать, будем доказывать на поле, что мы достойны выше. В конце игры получился такой необычный ритуал с болельщиками. Это теперь будет постоянно, когда вы будете выигрывать? Ну, я надеюсь. Я думаю, что, ну, нужно, чтобы диалог был с болельщиками и не только когда выигрываем, и только когда проигрываем. Нужно всегда быть с командой и нам, и им с нами. То есть здесь должны все мы быть вместе. Горечь и поражение переживать, и победы вместе переживать. Тогда будет, и я думаю, что победы большие. Ну, если честно, я так, ну, поздно подошел, вот, ничего не понял, но это инициатива болельщиков, но я считаю правильно, вот, так что нужно все-таки сближаться с командой и быть вместе. А что там было, просто не бачил, наверное, что за ритуал? Мы сначала сидели, а потом да, встали, сели, да, вместе с болельщиками. Да, да. Вы на сектор пришли, думаете? Ну, мы рядом, мы на поле были. Спасибо. Да, пожалуйста.